Стоп, 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 донесла, донесла. Первое видео. Как раз таки. Первое видео. Окей, прошу прощения. Вот это, да? Это то, что нужно. Хорошо. Окей, окей, смотрим тогда. Это шикарно, ребята. Это просто шикарно. Я считаю, вообще это кульминация, кульминационный трек, вообще момент сегодняшнего эфира. Для меня это очень круто. Это очень на высочайший уровень, конечно. В плане, как здесь все. Ну, я не знаю, я его как бы скриптонита такие не слышала ранее. Может быть, какие-то, если треки отдельные, но я не была привержена
Нет, я знаю вот эту передачу, которую делал, как его, господи, Антон, да, Антон Беляев. Она шла по ТНТ, там, с прямого эфира, все. Но я очень, почему у меня получалось, что я очень хотела посмотреть вот эти эфиры там с разными артистами, вот эти коллабы, которые там, каверы делались, но у меня чуть не попадало. И потом, я так понимаю, это быстренько как-то прошло, и ну и все. И сейчас вот это я вижу первый раз. Классно. Это очень, очень круто. Это просто мега опупительно, я бы сказала. То есть не только то, что там скриптонит, как вот с этой хрипотцой, все, как это все сложилось, вы понимаете, здесь такой хор, бэк-вокал. Ой, ну это, я не знаю, очень классно. Прям вишня на торте 100%. Спасибо огромнейшее. Огромнейшее спасибо Камикадзе за такое шикарнейшее творчество.